Во время подготовки к зимним играм Сочи полностью обновился. Была проведена большая работа по приведению города к единому архитектурному облику, и она не остановилась. Весь опыт, который был получен при работе в Центральном и Адлерском районе, будет использоваться во всех уголках Большого Сочи. Уже на сегодняшний день начато благоустройство Кудепста. Наш девиз – сделать каждый микрорайон гостеприимным. Вот. Поэтому в срок до 1 мая, соответственно, подготовлен целый ряд мероприятий по приведению микрорайона, скажем так, к благоустроенному, опрятному виду. В первую очередь, конечно же, это внутридомовые и придомовые территории, поскольку наши территории муниципальные, они в идеальном порядке. Вот. Когда заходишь на придомовую территорию, ты видишь неухоженность, мусор и бардак. Для того, чтобы сделать Кудепсту комфортнее, будут задействованы серьезные ресурсы. Масштабная работа будет проводиться не только силами муниципалитета, но и представителями бизнеса района. Предприниматели хотят помочь сделать Кудепсту более комфортной для жителей и гостей курорта. О социальных обязательствах заявляет и представитель компании, ведущей строительные работы на улице Апшеронской. Мы со своей стороны, как бы от юридического лица, готовы оказать любую помощь посильную нами, как администрации города, Хостинского района, так и местным жителям, значит, в благоустройстве микрорайона Кудепса. Не имею в виду в целом, а каких-то отдельных его мест, которые, хотелось бы увидеть в лучшем виде. Строительная компания готова обустраивать детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и проводить озеленение. Предприниматели ждут конкретных пожеланий на этот счет от жителей и намерены принять участие в общегородском субботнике 4 апреля. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.